Сразу несколько крупных инвестпроектов реализуется в Сулейманстальском районе. Сергей Меликов осмотрел строящийся лечебно-оздоровительный центр «Кпул-Ятар». С ходом реализации проекта ознакомилась и инвестор Фируза Керимова. В санатории будут оказывать полный спектр услуг по оздоровлению и реабилитации. Сдать проект планируют в 2027 году. Это основной корпус, в который входит гостиница, лечебный корпус и ресторан с пищеблоком. И все коммуникации. Ориентировочный срок строительства – это 2 года. Посетил глава региона и инновационную молочно-товарную ферму. Это предприятие полного цикла. Здесь выращивают молодняк и содержат коров. Производят продукты переработки молока и мяса. Комбикорм изготавливают здесь же. До 60 тонн в сутки. Дальнейшее развитие инвестпроектов обсудили на совещании под руководством главы Дагестана. Подробнее о рабочей поездке Сергея Меликова в Сулейманстальский район расскажем в наших следующих эфирах.